Привет, друзья! В этом видео мы расскажем вам о историческом районе Харькова под названием Павлово поле. Наш рассказ о Павловом поле дополнит Ярослав из канала «Харьковский болгарин», который провел на этом районе свое детство. Это небольшой жилой массив с населением около 60 тысяч человек, который расположился между Алексеевским и Саржиным оврагом и растянулся от Харьковского лесопарка до улицы Клочковской. Существует как минимум несколько вариантов происхождения названия Павлово поле. По самой распространенной версии, этот район получил свое название в честь купцов Павловых. В 1830-е годы купец Савелий Павлов открывает одну из первых в Харькове кондитерских фабрик, которая славится своими пряниками. Вскоре Павлов выстраивает на Харьковской торговой площади свой каменный магазин, который продает сладости. Он получает название «Торговый дом Павловых», а в народе его просто называют «Дом Павловых». Несмотря на то, что на Павловской площади было много магазинов, в том числе кондитерских, именно дом Павлова стал самым узнаваемым и популярным. И вскоре площадь в народе стали именовать Павловской. Со временем народное название стало официальным. После прихода советской власти площадь назвали в честь Розы Люксембург, а в 2013 году вернули старое название Павловская. В доме Павловых в 1870-е годы был открыт малый театр, а чуть позже гостиница Гранд Отель, в советские годы переименованная в Спартак. В 1943 году во время штурма города гостиница сгорела. После войны ее решили не восстанавливать, а построили на этом месте обычный жилой дом. Но в Харькове до недавних пор в целости и сохранности стояла усадьба Павловых. Находилась она на улице Екатеринославской, 13, которая в наши дни носит имя Полтавский шлях 13. Двухэтажная усадьба с колоннами была выстроена в 1832 году архитектором Андреем Тоном. Через два десятилетия Павловы продали свою усадьбу, и в этом здании разместилась гостиница. А с 1924 года здесь размещался военкомат. Несколько недель назад в это здание прилетела баллистическая ракета и нанесла ему очень сильные повреждения. Городские власти уже заявили, что этот памятник архитектуры восстановлению не подлежит. Но о нем мы расскажем в другом видео, а пока что вернемся к купцам Павловым. Помимо кондитерского бизнеса, Павловы также были крупными землевладельцами. И считается, что именно они владели большим полем между Саржиным и Алексеевским оврагами. И потому в народе эта местность именовалась Павловым полем. По другой версии, Павлово поле получило свое название в честь села Павловка, которое находится неподалеку. По еще одной версии, на территории Саржиного яра находился небольшой хутор Саржинка, в котором проживал губернский секретарь Андрей Павлов. И именно в честь него получил название будущий жилой массив. Но это всего лишь гипотезы. Доподлинно никому не известно, в честь кого был назван этот район. А вот что известно точно, так это то, что до начала 50-х годов прошлого столетия Павлово поле представляло собой сельскохозяйственные поля. И крестьяне, которые здесь работали, спускались в Саржин-Яр, чтобы отдохнуть в тени и набрать родниковой воды. С приходом советской власти и превращением Харькова в первую столицу Советской Украины, город начал быстро развиваться и застраиваться на север. В 30-х годах 20 века сформировался новый центр города с площадью Дзержинского, ныне Площадь Свободы, зданием Газпрома и новыми жилыми домами за Газпромом. Была образована главная транспортная артерия северной части города – проспект Ленина. Также появилась необходимость построить новый жилой район на севере города, сразу за Саржиным Яром, о котором на канале уже есть наш совместный ролик. Границы города постепенно стали приближаться к району нынешнего Павлово поля, но дальнейшим планам развития на север помешала Великая Отечественная война. К строительству Павлово поля приступили уже после войны. Освобождение оккупированного Харькова произошло в конце августа 43 года после тяжелых боев с 17 по 23 августа за сильно укрепленный лесной массив на северо-западной окраине города, известный нам сейчас как лесопарк и являющийся северной границей Павлово поля. Непосредственно штурм самого Харькова начался в 2 часа ночи 23 августа, и уже спустя 2,5 часа 183-я дивизия заняла площадь Дзержинского, выйдя к ней по улице Сумской. К рассвету на здании Газпрома водрузили красный флаг.
дата окончания операции стала днем города. Но полностью все районы города освободили только к 30 августа. Спустя 16 лет после освобождения Харькова на месте боев появилась улица, которая носит имя 23 августа. Она стала одной из главных улиц нового жилого массива, который вырос на Павловом поле. Улица начинается от Клочковской улицы, в районе которой находились укрепления немцев и проходили бои. Далее она пересекает проспект Ленина, который сейчас называется проспект Науки, и заканчивается улицей Атакара Яроша у Саржана Яра. На перекрестке улицы с проспектом Науки в 1981 году был воздвигнут памятник воину-освободителю и разбит сквер за памятником, у входа в который расположены две пушки ЗИС-2 и две плиты с надписями 1941 и 1945. В самом сквере установили памятный камень с перечислением всех стрелковых дивизий, получивших наименование «Харьковские» за освобождение города в 1943 году. Жители Павлова поля называют памятник Павлуша по аналогии с памятником советскому солдату Алёше, который установили в болгарском городе Пловдив. Хотя чаще называют памятник просто «Солдат». Существует городская легенда, связанная с памятником, что сначала по проекту солдат должен был держать автомат ППШ с дисковым магазином. Однако если посмотреть памятнику ФАС со стороны улицы Клочковская, то получалось, будто бы солдат держит не автомат, а крест. Из-за того, что кресты и вообще религия в советское время были не в почете, проектанты решили заменить дисковый магазин рожковым. Но очевидно, что солдаты воевали не с крестами в руках, а со стрелковым оружием. Поэтому более логичной звучит версия, что замену сделали не из-за того, что советская власть была атеистической, а чтобы не было неуместных ассоциаций и толкований с кладбищем и смертью. Ведь известно, что через день после освобождения Харькова заведующему военным отделом городского комитета партии Владимиру Рыбалову пришел православный священник Росохатский, который провел благодарственный молебен по случаю освобождения города, на котором прихожане пожертвовали на военные нужды около 40 тысяч рублей. Священник спрашивал, что делать с деньгами, и на следующий день все средства были сданы на нужды фронта в Госбанк. Памятник воину-освободителю в Харькове – это результат работы большой команды. Над ним работали три архитектора – Максименко, Свяченко и Черкасов, и два скульптора – Рык и Ястребов. Но все же главным скульптором был Игорь Ястребов. Именно он в начале 70-х вылепил двухметровую скульптуру солдата, для которой позировал курсант Харьковского авиационного училища. После этого ее отлили в гипсе. Но поскольку эта модель мало кого заинтересовала, она отправилась на склад, где пролежала практически 10 лет, пока власти не решили все-таки ставить памятник, и началась работа. 20-метровый памятник воину-освободителю был сделан из бетона и обшит листовой медью. Бетон заливали с помощью крана, а листы меди гнули при помощи газовых горелок, молотков и зубил. 23 августа является днем города, и один из праздничных фейерверков города организовывали каждый год в районе памятника. Я жил неподалеку, и чтобы лучше и ближе увидеть фейерверк, мы выходили на крышу нашего дома. Это дом по адресу проспект Ленина, 39, тот самый торец которого украшает мозаичное панно с футболистами. Эти футболисты – никто иной, как харьковская футбольная команда «Авангард», в 1967 году переименовавшаяся в «Металлист». Именно так раньше назывался и ресторан, входная дверь которого также расположена в торце, рядом с мозаикой – ресторан «Авангард». Сейчас там находится 68-е отделение новой почты и магазин одежды «Шифонер», а в разное время там находились магазины бытовой техники и спортивной одежды и обуви. Прямо напротив мозаичного панно сейчас находится вытяжка метрополитена. Раньше был фонтан с несколькими чашами причудливой формы, который напоминал более маленькую версию олимпийского фонтана, установленного напротив дворца спорта на новых домах. Фонтан часто ломался и не работал, поэтому я помню, как ребенком залезал на эти чаши. Еще один фонтан на Павловом поле, который не сохранился до наших дней, находился рядом с гостиницей «Мир». Огромное 14-этажное здание в архитектурном стиле советский модернизм было построено в 1979 году. Рядом с ним находился огромный фонтан, в котором летом купались дети. В наши дни этот фонтан превратился в руины. Кстати, дом номер 39 на проспекте Науки находится на перекрестке с улицей Тобольская, которая является частично пешеходной. По обе стороны от проспекта Науки есть участки этой улицы, которые не имеют асфальтового полотна для движения автомобилей. Я не знаю, была ли улица так спроектирована изначально, но всю жизнь, как себя помню с самых малых лет, улица имела и имеет до сих пор эти пешеходные участки, представляющие собой обычные тротуары для пешеходов,
а на месте автомобильного полотна просто высажены деревья. Улица Тобольская не только этим уникальна. А в детстве так вообще мне казалось странной. Она имеет ломаную структуру, если можно так выразиться. Достигая улицу Шекспира, она не пересекает ее напрямик, а образует два Т-образных перекрестка, и далее в сторону улицы Клочковская имеет продолжение со второго из этих двух перекрестков. На ней находится Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, огражденный по периметру высоким бетонным забором с колючей проволокой. Если посмотреть на старые аэрофотоснимки Харькова первых послевоенных лет, то можно увидеть, что самые первые постройки на Павловом поле были как раз корпуса университета ВВС. На территории университета расположен памятник самолету МиГ-21, который виден со стороны улицы Клочковская. На территории Павлова поля находится несколько выдающихся научно-исследовательских институтов. Один из них – это физико-технический институт низких температур имени Веркина. Он был основан в 1860 году. Основные направления исследований – высокотемпературная сверхпроводимость, слабая сверхпроходимость, магнитооптика антиферромагнетиков, физика низкоразмерных систем, микроконтактная спектроскопия, квантовые кристаллы, нелинейные явления в металлах, физика неупорядоченных систем, квантовые явления в пластичности. Сотрудники института опубликовали более 250 монографий и учебников и более 12 тысяч научных статей. За свою историю научно-исследовательский институт подготовил около 850 высококвалифицированных научных сотрудников. Вторым научно-исследовательским институтом является Монокристалл. Он был основан в 1955 году, как филиал Всесоюзного института Монокристалл. В наши дни, несмотря на большую конкуренцию, он является вторым в мире предприятием по объемам производства искусственных кристаллов. Большая часть продукции идет на экспорт. Монокристаллы применяются в космической промышленности, авиационной, для производства сложной медицинской техники, сверхточных приборов, оптоэлектроники. Харьковский НИИ делал кристаллы для Большого адронного коллайдера в Швейцарии. В Харькове был выращен самый большой в мире монокристалл весом более 500 кг. И самый большой в мире искусственный сапфир, весом в 52 килограмма. Сырье для производства монокристаллов стоит около $150 за килограмм. Оно выпекается при температуре в 2000 градусов, и готовый кристалл стоит уже $1000. До недавнего времени технология выпекания монокристаллов, разработанная харьковскими учеными, была уникальной, пока права на ее использование не приобрела компания Siemens. В целом, этот научно-исследовательский институт является хорошим примером того научного потенциала, который был у Харькова раньше. В первой половине 80-х годов прошлого века еще не все корпуса института Монокристалл были построены. И я помню, что с окна нашего дома на Ленина 39 была видна Харьковская телебашня, которая находится в лесопарке. Но во второй половине 80-х построили самый высокий корпус, находящийся по адресу проспект Науки 60, который и закрыл собой вид на телевышку. Мои родители говорили мне, что вместе со мной наблюдали из окна за строительством телебашни, так как это было эффектное зрелище. Ее верхние части достраивались с помощью вертолетов. Но мне было тогда меньше года, и я, естественно, ничего не помню. Харьковская телевышка имеет высоту 240 метров 70 сантиметров и является самым высоким сооружением на территории города и третьей по высоте свободно стоящей вышкой на территории Украины. Она представляет из себя решетчатую свободно стоящую башню, спроектированную институтом УКРНИИ проект «Стальконструкция». Вышка строилась с помощью сверхвысокого крана до высоты 158 метров, а потом с помощью грузового вертолета Ми-10К. Это была первая в СССР вышка, смонтированная вертолетом. Всего использовалось 13 секций. Вертолетом управлял лауреат Государственной премии СССР Геннадий Степанович Мальцев. Монтаж конструкции с помощью вертолета занял суммарно 3 часа налета на протяжении 10 дней. Павлово поле можно считать первым районом Харькова, который начали застраивать хрущевками. Первый проект застройки разработали еще в 1956 году. В то время на территории района находились поля и огороды. Павлово поле планировали застраивать небольшими кварталами площадью по 10 гектаров. Но в 1958 году был разработан новый проект, по которому Павлово поле должны были застроить 5 крупными микрорайонами, которые займут площадь в 400 гектаров.
Основной композиционной осью района стал проспект Ленина и улица 23 августа, которая его пересекает. При этом первый домостроительный комбинат в Харькове начнет свою работу в 1961 году. Потому первые хрущевки на Павловом поле были не панельными, а из силикатного кирпича. Одними из первых послевоенных построек на Павловом поле были жилые дома в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Атакара Яраши. На старых фотографиях видно, как они появлялись словно посреди пустырей, когда даже сам проспект Ленина еще не был полностью построен. Это шестиэтажные жилые дома с характерными косыми крышами, которых на Павловом поле в таком скоплении больше нигде нет. Среди этих домов находится и по сей день магазин «Спутник», построенный еще в 1959 году, который я любил посещать в детстве. Находится он по адресу проспект Науки 31. На первом этаже там размещался обычный продуктовый магазин или гастроном. Но ближе всего ко входу был отдел «Соки воды», где всегда были натуральные соки на разлив в широком ассортименте. Позже в 90-х там уже что только не продавали, когда сначала был дефицит товаров, а потом изобилие. Мне запомнились пластиковые стаканчики с водкой, запечатанные сверху пленкой, а также русский вариант игры «Монополии» под названием «Business Game», которую мы неграмотно называли, как читали, «Гусиный сгами». На втором этаже магазина «Спутник» был отдел бытовой техники и мебели, работающий скорее как стол заказов, а сразу возле лестницы, ведущей на первый этаж, был кафетерий, в котором делали замечательный молочный коктейль за 22 копейки. И мороженое, состоящее из трех шариков пломбира, взбитых сливок, фруктового сиропа, чаще всего абрикосового, и шоколадной стружки. И эта вся прелесть стоила 55 копеек. Обычный пломбир же можно было купить на первом этаже за 20 копеек. Сейчас магазин «Спутник» является магазином интерьера и встраиваемой бытовой техники. Существует уже 26 лет и ранее занимал только второй этаж, но сейчас уже располагается и на первом в том числе. В 70-е годы на улице 23 августа было построено 6 14-этажных одноподъездных домов. Проект таких домов был разработан архитекторами Ивановой и Соколовским. Каждый из домов имеет одноэтажную пристройку, которая соединяет его с другим домом, крытой галереей-переходом. Эти пристройки предназначались для торгово-бытового обслуживания. В принципе, такую роль они выполняют и в наши дни. Эти дома являются уникальным проектом и больше нигде не встречаются. В эти 14-этажки в первую очередь селили работников авиазавода. Также на Павловом поле селили работников Харьковского машиностроительного завода ФЭД. Оба предприятия находятся в центре города, на улице Сумской, всего в нескольких километрах от жилого массива Павлова поля. Но в 70-е годы улицу Деревянка еще не проложили до Сокольников, а метро на Павловом поле появится только в 2004 году. Потому нужно было придумать, как доставлять людей на работу на два крупных завода, чтобы они не ходили пешком несколько километров по пересеченной местности. Было принято решение построить канатную дорогу, которая будет вести с улицы Атакара Яраша на Павловом поле до станции кинотеатр в парке Горького, от которых с легкостью можно дойти до проходных завода за 5-10 минут. Пуск Харьковской канатной дороги состоялся в 1971 году. Длина 1387 метров. Тем, кто хотел использовать канатную дорогу в качестве аттракциона, проезд стоил 15 копеек. Для работников ХАЗа и ФЭДа продавались месячные проездные. В наше время Харьковская канатная дорога полностью потеряла свою транспортную функцию и превратилась в аттракцион. Несколько слов о застройке Павлова поля хочу добавить о том, почему сейчас этот район Харькова считается элитным. Район Павлова поля застраивался массово в 60-е годы 20 века с нуля, как совершенно новый район, достаточно близко находящийся к центру города, а точнее к Нагорному району и за Газпромью, где в середине прошлого века сосредотачиваются большое количество научных и учебных институтов. Сотрудники этих институтов и начали получать жилье именно на Павловом поле. Мои родители, а также родители моих друзей детства с Павлова поля, также являлись инженерами, преподавателями и врачами, которые получили квартиры в этом районе. Павлово поле имеет визуальное сходство с еще двумя районами Харькова, которые строились в тот же временной отрезок. С районом Новые дома и с районом Хрущевок возле Одесской. С этим жилым массивом у Павлова поля схожи не только жилые дома, но и некоторые объекты инфраструктуры. Например, котельни на Костычева и Шекспира абсолютно одинаковые. А кинотеатр имени Довженко строился точно по такому же проекту, как и кинотеатр «Салют». Вот только кинотеатр «Салют» на героев Сталинграда давно заброшен,
А кинотеатр имени Довженко на 23 августа поддерживают в очень хорошем состоянии. Еще одна характерная особенность Павлова поля – это его школы. Помимо обычных школ, на Павловом поле с 67 по 78 годы построен комплекс школ искусств по проекту архитекторов В.А. Бахтина, К.И. Бакланова и Л.Г. Савенко. В этот комплекс входят музыкальная школа номер 9 имени Сокальского, детская хореографическая школа и художественная школа номер 1 имени Репина. Фасады комплекса украшены декоративной мозаикой. Находится он на улице Есенина, недалеко от пешеходного участка улицы Тобольская. Но вернемся к обычным школам. Большая их часть на районе построена по типовому проекту 202960У архитектора Каракиса, который хоть и представлен в других районах, но единично. Одной из них была и моя школа номер 117 на улице Шекспира 20. Так что можно смело утверждать, что этот типовой проект школ характерен именно для Павлова поля и практически нигде более не встречается. Я не смею утверждать, что этот проект лучше остальных или же он чем-то особенный, но мне он кажется каким-то естественным и родным, и даже уютным, если хотите. И когда мне однажды довелось поменять школу на один год, то попав в 47-ю школу, что на улице Космонавтов, я не испытал особого дискомфорта. Все было на своих привычных местах, и ощущение было, будто я просто поменял класс и учителей, а не всю школу целиком. Можно говорить, что такая унификация пагубна для персонального развития человека и его личностных качеств, с одной стороны, но с другой, смею заметить, что для детей немаловажную роль играет чувство комфорта и уюта, психологический тонус учащегося. Ведь когда тебе вокруг все знакомо, то стрессовых факторов меньше, и школьник быстрее может адаптироваться на новом месте и сконцентрироваться на учебе. Недавно появилась информация о том, что 47-ю школу разбомбили российские войска в ходе военной агрессии против Украины. Также Павлово поле можно считать одним из самых студенческих районов Харькова. На улице Атакара Яроша находится огромный студгородок, который состоит из общежитий Харьковского университета Каразина, ХПИ, ХНУРЭ, Экономического института, Университета городского хозяйства имени Бекетова, других учебных заведений. Также рядом со студенческим городком находится спорткомплекс Каразина. Он состоит из крытого манежа, который находится в достаточно неплохом состоянии, и стадиона, который расположился у самого обрыва Саршиного Яра. И вот стадион находится в ужасном состоянии. О главной парковой зоне этого района, Саршином Яре, мы уже снимали отдельное видео. Думаю, не имеет смысла повторяться, просто посмотрите его по подсказке, если не видели. Но хотелось чуть-чуть подробнее поговорить о современной застройке Павлова поля, о которой в том видео уже немного упоминалось. Дело в том, что в большинстве районов Харькова цена городской земли достаточно невысокая. Потому, как правило, в этих районах большинство новостроев – это девятиэтажки. А вот Павлово поле, ввиду своей элитности, отличается более высокой стоимостью земли, особенно в районе Саршиного Яра и метро 23 августа. Потому, чтобы окупить стоимость земли, в этих районах, как правило, строили высотки. Среди них можно выделить бизнес-центр «Солярис» – 20 этажей, ЖК «Ультра» – 2 23-этажки, ЖК «Мир» – 25-этажка и еще ряд высотных жилых домов, которые строятся по сути у самого обрыва. Чтобы они не съехали, заливается огромное количество бетона. Плюс сама постройка высоток гораздо дороже, чем обычных домов. Потому стоимость недвижимости в таких новостроях просто космическая. До войны однокомнатная квартира стоила 100-150 тысяч долларов. За четырехкомнатную могли попросить до полумиллиона зеленых банкнот. Еще одно скопление высотных многоэтажек находится на выходе из метро 23 августа. А именно жилой комплекс Монте Плаза, который состоит из трех 27-этажных домов. По сути, это самые высокие жилые дома Харькова. Два здания имеют высоту 101 метр, а одно 103. В Украине проекты всех зданий выше 100 метров должна перепроверять специальная комиссия в Киеве. И этот процесс требует дополнительного времени и затрат. Потому, как правило, большинство застройщиков не заморачивается и строят высотки чуть ниже 100 метров. Как, например, соседний с Монте-Плаза жилой комплекс «Светлый дом» высотой 98 метров. Кстати, он тоже имеет 27 этажей. Рядом с ним находится ЖК «Триумф» 24 этажа и ЖК «Павлово поле» 20 этажей.
Еще один объект на Павловом поле, о котором точно стоит рассказать, это городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи номер 4 имени профессора Мещанникова. Находится она на улице Балакирева 3А, по сути уже в глубине лесного массива. Больница скорой помощи – это многопрофильное медучреждение, в котором есть стационар на 1000 мест. В больнице находится 13 кафедр Харьковского государственного медицинского университета. Также этот медкомплекс стал известен, потому что в одной из его больниц, а именно в 5-й железнодорожной, отбывала свой срок Юлия Тимошенко. Павлово поле, возможно, не самый лучший район, если сравнивать все районы всех городов Украины. Наверняка найдутся более ухоженные и благоустроенные, более светлые и чистые, более элитные, с дорогой недвижимостью. Но он действительно является одним из лучших районов Харькова. Таким строился и таким и остается по сей день, когда страна уже давно выбрала иной путь развития. Будем надеяться, что скоро наступит мир, и район Павлово поле восстановится и станет еще красивее и уютнее, чем был. На этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Ссылки на канал Ярослава будут в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!